До нашої студії сьогодні завітала Світлана Стаханова, виконувачка обов'язків директора комунального некомерційного підприємства Миколаївського обласного центру паліативної допомоги та інтегрованих послуг. Доброго ранку. Добре. Дякую, що завітала до нашої ранкової студії. Сьогодні у нас така актуальна тема, і я б сказала, актуальна проблема взагалі не тільки для нашого міста, а взагалі для світу. Так, ВІЛС НІД, про це варто говорити. І отже, ну давайте спочатку розберемося все ж. Що це за вірус і яка ситуація із ним у нас в області і в місті загалом? К сожалению, на учете, на диспансерном учете в нашей области состоит 8554 человека, из них 350 детей, но из этих 350 детей 170 с установленным диагнозом. Остальные это детки, которые находятся в стадии еще установления диагноза. Это дети, которые рождены от ВИЧ-инфицированных матерей. Ну, хочу сказать, что в нашей области немножко стабилизировалось состояние, немножко пошло на спад. Уменьшение и заболеваемость, и выявляемость ВИЧ-инфекции. Нужно сказать, что ВИЧ-инфекция – это инфекция, которая протекает очень латентно, то есть скрыто. От момента заражения до момента первых проявлений проходит 8-10 лет. Поэтому не все больные, которые заразились, знают об этом и не вовремя обращаются к нам. Приходят в поздних стадиях и говорят, а нас ничего не беспокоило, мы не знали об этом и так далее. Заражение происходит тремя путями. Первый путь – это инъекционный, когда больные пользуются одним шприцем, допустим, или из одной посуды набирают наркотические препараты. Второй путь – это половой. И третий путь – от беременной мамы к ребенку. Эта инфекция называется управляемой, то есть мы можем влиять на пути заражения. Мы можем, допустим, существуют у нас программы обмена шприцев, то есть если больные будут, люди, которые употребляют наркотические препараты, если они будут пользоваться чистыми шприцами, то это уменьшит количество заражений. Если люди будут практиковать защищенный секс, то это тоже будет препятствовать распространению инфекции. И если мамы ВИЧ-инфицированные будут принимать препараты, которые необходимы, то они не заразят своего ребенка. Вот, это коротко. Коротка наша інфекція. Так, зрозуміло. І от, до речі, як часто? Ви кажете, 8-10 років для того, щоб проявлялися, так? Але є зараз оці методики, тести, які просто одразу показують, так? Якщо є чи не є, чи є, чи не є то вірус у нас в організмі, як часто його варто робити, можливо? Значит, обследование на ВИЧ-инфекцию является, во-первых, бесплатным, и, во-вторых, только за сгодою самого пациента. Как часто проводить? Если возникают какие-то сомнения в своем поведении, то можно это сделать. Если были какие-то сомнения в поведении, допустим, употребление наркотических препаратов или был какой-то незащищенный секс, то это нужно делать где-то раз в три месяца. Раз в три месяца для того, чтобы убедиться, что этой инфекции у вас нет. Сейчас на теперешний момент у нас есть быстрые тесты, то есть это не обязательно ждать очень долго, это 15-20 минут, вы можете пройти в кабинетах доверия, вы можете пройти тесты в первичной своей сети, в медицинской. И это недолго. Если есть какие-то сомнения, возникают, допустим, у медработника, тогда набирается анализ крови, отправляется в нашу лабораторию бесплатно. Этот анализ подтверждается. Я зібрала декілька міфів з форумів, те, що людей хвилює, і, можливо, вони досі вірять у це, але я думаю, що це не так. Отже, перше, я можу заразитися ВІЛ, перебуваючи поруч з ВІЛ-інфікованим. Ні, я вже говорила, що це не воздушно-капельна інфекція, путі зараження я вам об'яснила, тому через дружбу ВІЧ не передається. Тобто не боїмося, з такими людьми можна спілкуватися. Можна і нужна. Наші больні живуть в звичайних умовах, їх ніхто не ізолює. Поэтому этот миф мы развенчаем сразу. Угу. За допомогою нетрадиційної медицини можна вилікувати ВІЛ-інфекцію? Нет. Единственное лечение, то не лечение, а мы, наши больные принимают антиретровирусные препараты. На сам вирус эти препараты не действуют, но они прерывают путь поступления вируса в клетку.
основным патологическим моментом нашей инфекции является то, что вирус проникает в клетки, которые отвечают за иммунитет, и разрушают их. Вот этот путь поступления вируса в клетку прерывается. Вирус остается в организме, он блокирован, но он не размножается. Таким образом, человек не является источником заражения. В этом смысл антиретровірусної терапії. Якщо вчасно лікуватися і постійно дотримуватись, скільки це дає результат який? Значит, длительность жизни наших больных значительно увеличена. При правильном приеме препаратов основное назначение – это не прерывать. Постоянно, чтобы постоянно поддерживалась концентрация этого препарата в крови. И длительность может продлиться до 50 лет, продлевается жизнь. То есть наши больные создают семьи, живут, работают. Они ничем не отличаются от обычного населения. Поэтому ВИЧ-инфекция это не приговор. Это не приговор. Главное вовремя выявить и вовремя обратиться к врачу. Выполнять те рекомендации, которые им дают. ВІЛ можуть розносити комарі та москіти. Ні. Напевно, такий міф з літа, можливо, не знаю. Ні, ще раз ні. Ми з вами об этом уже обсуждали. Нема симптомів, немає ВІЛ-інфекції. Мы говорили о том, что ВИЧ-инфекция коварна, и симптомы могут проявляться значительно позже. Заражение ВИЧ-инфекцией может протекать как острое респираторное заболевание с температурой, с ознобом, с увеличением лимфоузлов. Но потом постепенно это все снижается, потому что за счет нашего иммунитета сильного это все погибает. Но инфекция называется латентной, то есть она течет постепенно, она протекает, и, к сожалению, к большому сожалению, потом наступает такой момент, как будто вот это все насобирается, и в один момент наступает какой-то срыв. То есть у человека наступает слабость, и возникают так называемые оппортунистические инфекции. Это инфекции, которые развиваются на фоне сниженного иммунитета. В первую очередь туберкулез, проявление, грибковые проявления с поражением желудочно-кишечного тракта, с поражением центральной нервной системы. Так называемый церебральный токсоплазмоз – это очаговое поражение центральной нервной системы головного мозга. Онкологические заболевания. То есть, когда больные уже приходят к нам, это третья-четвертая стадия. Четвертая стадия ВИЧ-инфекции называется СПИД. СПИД – это конечная стадия ВИЧ-инфекции, когда уже у больных развиваются вот такие заболевания. Но я хочу сказать, что при обращении и при правильном выполнении всех врачебных назначений, многие из них подвергаются обратному лечению и приему антиретровірусної терапии. Это обязательное условие. Наступне, ми вже обговорили це, люди з ВІЛ помирають рано, але вже знаємо, що це не так вже. І таке питання ще, ВІЛ-позитивні матері завжди передають вірус своїм дітям. В тому випадку, якщо вони не приймають антиретровірусну терапію. Якщо вони приймають антиретровірусну терапію, створюється бар'єр, і діти народжуються здоровими. Але вони знаходяться під наблюдением до 1,5 років, як діти, народжені від ВІЧ-інфіцированої мами. Вони здають определені аналізи, якщо ці аналізи отрицательні, дитина знімається з учету. Но, опять же, основное условие – это прием антиретровирусной терапии. Желательно роды разрешать путем кесарево сечения и не кормить ребенка грудью. Потому что очень много вируса содержится в биологических жидкостях. Это молоко, это сперма. Поэтому рекомендуется искусственное вскармливание этих детей. Поки що це всі міфи, які я зібрала з форуму, це те, що людей хвилювало, але все одно, чому варто привертати увагу до цієї теми? Тому що про неї говорять багато, вже багато і сказали, і кажуть, що з такими людьми спілкуємось нормально, але все одно щось заважає, так? Можливо, з якого віку найкраще починати про це говорити, особливо в школі, коли вже починати привертати увагу до такої теми і розказувати їм, що є ось такі люди з таким вірусом? Начинать нужно, я думаю, с 10-12 лет, потому что дети – это наше будущее, дети – это наш генофонд. И от того, каким генофондом мы будем обладать, будет зависеть и здоровье нашей нации, и здоровье нашей страны, и наше будущее. Поэтому говорить об этом надо. И рассказывать нужно о том, что люди ВИЧ-инфицированные – это не изгои, как некоторые предлагают вывести их куда-то на остров и оставить их там для того, чтобы очистить общество. Нет. К сожалению, это инфекция, которая поражает все слои населения, и благополучные, и неблагополучные. Поэтому заразиться могут все. И говорить об этом надо.
и воспитывать толерантное отношение к таким больным надо, потому что это не не воздушно-капельная инфекция, как мы с вами говорили. В быту эти больные не представляют собой какой-то угрозы, то есть можно пить из одной чашки, но это, конечно, не совсем гигиенично, но я просто говорю, потому что в слюне и в потовых выделениях вируса практически нет. Поэтому большое внимание уделяется обучению и студентов, и школьников, что мы и делаем. Наши сотрудники выходят на лекции, читают лекции в школах и в высших учебных заведениях, в средних учебных заведениях, поэтому информационная работа ведется. Дякую вам за цю інформацію. Я думаю, вона була корисна всім нашим глядачам. Тепер ще раз нагадали, ще раз більше знаємо про цю проблему. І я думаю, будемо якось рухатись у тому, щоб дійсно толерантніше відноситись до таких людей. Світлана Стаханова, виконувачка обов'язків директора комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр паліативної допомоги та інтегрованих послуг, сьогодні була у нас в гостях.